На торжество пришло много горожан. Прямо на входе фестиваля развернулась выставка национальных общин. Гости могли познакомиться с особенностями культуры народов, которые проживают в Сочи. День единения России – это действительно становление на той пути, в который мы вошли в 21 век. Россия – величественная страна со своей замечательной народностью, разнообразностью, колоритностью. На концерте для гостей свои номера представили лучшие сочинские творческие коллективы. В зале люди, которые долгие годы делают город лучше. Представители общественных организаций, национальных общин, врачи, учителя. Поздравил всех жителей глава Сочи Анатолий Пахомов. Мы сегодня большая многонациональная страна, где каждый уважает культуру, язык и гордится тем, что он живет рядом с теми людьми, которые уважают его. Город Сочи этому яркое подтверждение. Знаки отличия, грамоты, благодарности и подарки глава Сочи вручил всем отличившимся жителям города. Радостным моментом для гостей стал и розыгрыш ценных призов по пригласительным билетам. Подарком ко Дню России мог стать iPad, телефон или другой модный гаджет. Люди в Сочи очень активные, очень энергичные. Они с удовольствием пришли на таком подъеме, пришли именно сюда отметить и поддержать, и понять, что мы россияне, и это гордо. А уже завтра весь курорт окунется в празднование Дня России. Для этого задействованы все концертные площадки города. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.